Алибеку Днишеву присвоили звание Казахстанның еңбек ері. Знак особого отличия, золотую звезду народному артисту лично вручил президент. 30 июля выдающийся музыкант отметил юбилей. Касым-Жомарт Токаев поздравил его с 70-летием и отметил, что казахстанцы гордятся Алибеком Днишевым, подчеркнув, что он входит в число наиболее талантливых личностей нашей страны. Вы в 35 лет стали народным артистом СССР. Советский Союз уже 30 лет как не существует, но народные артисты в добром здравии получают все новые звания, поэтому это не может не радовать. Вы действительно являетесь частью не только казахстанской культуры, но и частью мировой культуры. Проводите очень активную педагогическую деятельность. Все это мы видим, знаем. Ведете активную общественную работу. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о том, чтобы наградить вас самым высоким званием Республики Казахстан. Казахстану и Емельеры. Спасибо большое. Спасибо за такую оценку моего творчества, моей творческой жизни. Конечно, я вот недавно подсчитывал, где-то 45, что ли, лет я вот на сцене. Вот. И за это время, конечно, столько было концертов всего, столько людей слышало мое пение. Вот. И я очень рад, что вот к 70 годам я пришел в здравие и получил такую высочайшую награду нашей страны. В завершение встречи глава государства пожелал Алибеку Днишеву крепкого здоровья, успехов в профессиональной и общественной деятельности. Я хочу выразить благодарность президенту за высокую оценку моей творческой жизни. Я просто пел для своего народа, получал от этого радость и удовольствие. Я надеюсь, что и зрители, которые приходили на мои концерты, также получали удовольствие и радость. И мне в этот прекрасный солнечный день хотелось бы поблагодарить народ Казахстана. Я думаю, это высокое звание, это прежде всего любовь народа.